Добрый вечер и добро пожаловать на Клагемауэр ТВ. Решение напасть на Сирию было принято уже 15 сентября 2001 года на съезде в Кэмп Дэвид, Мэриленд, США. На том съезде, который состоялся спустя несколько дней после налета в Нью-Йорке и Вашингтоне, правительство США сразу запланировало целый ряд войн. Во-первых, в Афганистане. Это сбылось уже в 2001 году. Во-вторых, в Ираке, что сбылось в 2003 году. В-третьих, в Судане. С 2003 года были постоянные конфликты между правительствами и мятежниками. В-четвертых, на Сомали. В 2007 году было совершено воздушное нападение на США. В-пятых, в Ливии. Это сбылось в 2011 году. В-шестых, следует отметить Сирию, в-седьмых, Иран. В 2003 году Конгресс США также проголосовал в пользу законопроекта, который дал полномочия президенту начать войну против Сирии. Я приведу еще одну цитату Светланы Пиуновой, российского политика. «Мы живем в эпоху, где миром правят несколько господ, которые фактически уже являются мировым правительством. Тут речь идет о самых влиятельных семьях Великобритании и США. Они владеют около 90% мирового богатства, финансов, экономики, военно-промышленного комплекса, нефти, СМИ и глобальной политики. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч!»